Так. Разговариваю о ремонтах, ремонт. Во, вот это ремонт, и у вас так все детские, детские. А, вот это по-настоящему. Як на насос. Не насос, гидромотор здесь стоит, по-моему. А мы, говорит, сделаем его сейчас. Ни хрена себе, такой маленький валик нам. На мотор нам. Здорово, такой стоит. Насос стоит, да? Может, он на этих пятерках меньше, нах? Потому что я посмотрел по характеристикам, там 150-й мотор на одном стоит. Уровень масла этого мосту такой, датчик, на. Мост, коробка. Датчик-то. Да. Вот. Автомат он, да? Он автомат. Терион, Терекс, Терекс, блядь, Терион, блядь. Ну, короче, ты его засаживал так нормально, да? Ну-ка, этот. Лицо нашего канала. А колесо-то, а, его не снять насос без колеса, да? И бак даже сняли. Охренеть, на. Сейчас в кабине посмотрим, что. Ну вот здесь бак нормальный, да, и то уже с этим, да? Крышка нормальная. Мне нравится. Вот он какой, 52-80. А те семерки, да? Да, тут 73-60 идет. Ну разница у них там 100 кобыл, по-моему, да? Да. Ну что, здесь бухать можно, да, Серег, нормально? Можно. Знаешь, что тут? Ну... Включай зажигание. Или тут вообще его нет? Ну, лампочек здесь до хрена, да? А, они половина так. Не работают. Нет, они все работают. Ну, не для этого. Коробка, да? Ну, скорость включаешь, которую надо. Диапазон еще и джойстик вперед назад. Это реверс, да? Тоже электрический нам. Ну, вперед назад вообще. А здесь для бутылок прям место сделано, да? Для закуски, на. Ну все по-человечески, только как всегда у нас, да? Печка-то хоть дует нормально у него? Печка, кондей стоит на нем. А печка-то дует у него нормально? Ты пробовал? Нормально, да. А, он тупо жарко. Даже такая, как у нас, да? Ну все, под немцев косили, на. Делая его. Это наш. Тамбовская. Тамбовская? Это же питерский вроде. Тамбов. А, питерская разработка, в Тамбове производство их, да, сборка. Да-да-да, что-то а я такой. Что да я смотрел уже, показывал эту крышку, Игорек. И труба вон какая уже стала. Ну труба-то, Коля, газуют всякие. Уже тут и рвали его. Сколько раз груза-то видать, да? Мы здесь недавно только оборвали сразу. Гидравлику вывесили. Что-то мост итальянский, движок, коробка немецкая. Движок, что-то я читал, блин. Что-то такое она. Оп. Это Саначинский, но движок-то не очень такой. Шестерка, что ли, да? Шестерка рядная. Насосы такие же. А ты говоришь на нем... А, вон кулер сверху стоит, да? Под турбинник. Ага. Четыре, ну? Ну, охлаждение, кондей. Да, в общем... Ну его нахрен, такой трактор. Да, его все капотом содержать. По одной солярке только. Нам этот каблучок будет возить каждый день, да? По 650. Я только один раз его заправить. Сколько у него бак? Так что... А что, ты Вирекс из-за него? Впечатли... Да, Вирекс 1,85 м. Для него надо 4 ездить, блядь.
Не, у нас в колхозе он вообще не нужен. Нет у нас ни площадей таких, ни... один аккумулятор, да? А стартер, блин. Вот масса как положено, видишь, с ключом даже. Вот у меня на лесовозе такая масса была. А не на всех своих. Да, да, ключ шлеп нахуй и пошел домой. Это фильтра, гидравлики, раз, два. Ну я тебе говорю, два насоса должно быть. На одну коробку, блядь, давление. А. Уже впереди мозг от гидравлики включается. Но... Наворотивши. Это кондишн, я так понимаю. А там дальше генератора этого нет. Компрессор, насколько я понимаю. Масло, топливо. Топливо уже все сделано по-нашему, да? По-колхозному. Думаешь? Ну это вообще дурдом, но. Профессиональная сборка, видать. Ну, я понял, что это компрессор на насос. На. Вон тот компрессор воздушный сзади, да? И то все она тоже на шланге переделавши. В общем, телега, генератор здесь, помпа, стартер, да. Стартер МТЗовский, блядь. А чё со старым? Дымил тоже прокладку, что ли, ставил? А тут шпильки. Обломан. А, вижу сзади, да, вон он дымит. Они обломан. Ага. Погрейся, понял, прокладка побежала. Ага. Ну чё, короче, тебе понравился? Давай, дай нам этот комментарий. За дровами ездить можно. За дровами? А валить пилу не брать, да? Сам сюда, блядь. Нос хороший. 7 тонн-то, блядь. 7 тонн? Мне кажется, он больше, не 7 тонн. Тот 14. Тот 14 шестерка, да? Семерка. Не может тогда этот 7 тонн весить. Все равно мост, коробка же одинаковые, передний, задний. Ладно, пишите комментарии, кто на таком работал и что это такое.